Всем привет, это Координационный центр. Меня зовут Георгий Георгиевский. Мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного центра доменов РУ и РФ. У меня сейчас Кирилл Харламов из компании «Юскдеск», руководитель проектов и вообще персона, которая представляет на РИФе, на 25-м РИФе, свою компанию, свой продукт. Кирилл, привет. Привет. Обычно я начинаю свои беседы с простого вопроса. С чего в твоей жизни начался интернет? Мне кажется, начался с компьютерного клуба, еще, знаешь, там, когда собирались люди, и все играли там в Counter-Strike. Вот тогда он примерно в моей жизни вошел. Ну, а сам, как бы, наверное, пару лет уже, так сказать, работаю в Юскдеск. Так и пришел. Понятно. А скажи, пожалуйста, немножко про Юскдеск. Чем занимаетесь, какой продукт представляете? Юскдеск — это сервис для поддержки клиентов. Helpdesk-система. Мы объединяем обращения из всех каналов коммуникации, которые есть у вашего бизнеса, и в последующем строим процессы для поддержки, то есть чтобы клиенты не чувствовали себя брошенными, быстрее и клиентам отвечали наши саппортеры, чтобы оптимизировать процессы, ну а для бизнеса аналитика, ну и, так сказать, помогаем людям за счет этого увеличивать свою прибыль. Здорово. Как тебе РИФ? Слушай, вообще супер, необычно, мне понравилась природа, кайф, люди, огонь. Представь себе, что сейчас не 21-й год, а 31-й год, прошло 10 лет. Какой интернет, какой мир, какие технологии нас окружают? Ну, я точно скажу, будет интересно, будет круто. Глобально, что поменять, сказать сложно, потому что интернет с нами везде, всегда. Как бы сайты на разных доменах. Я думаю, что вы круто вырастете, мы круто вырастем. И будем, так сказать, продавать наши продукты. А так, мне кажется, что интернет станет еще больше ориентирован на мобильное устройство. То есть, если так подумать, то уже этот тренд идет. То есть, люди переходят в чаты мобильного приложения у каждой компании. Там, не знаю, интернет в целом уходит в мобильный телефон. Мне кажется, это будет развиваться еще сильнее. Скажи, пожалуйста, вот вчера было достаточно много посетителей, большой наплыв. Много ли вообще успешных контактов за вчерашний день? Ну, да. Много. Да. Я не считал это количество, но больше 15, больше 20 точно. В год 20-летия Координационного центра доменов РУ и РФ, что бы ты хотел пожелать как Координационному центру, как организации, управляющей доменным пространством, так и в целом доменной отрасли? Пожелать хочется довольных клиентов, успешного развития. Ну и чтобы мы начали пользоваться Юскдеском. Супер. Договорились. По крайней мере, мы проведем тестирование. Супер. Будем рады. С нами был Кирилл Харламов из компании Юскдеск. Это Координационный центр, и мы будем продолжать. Всем пока. Пока.